Итак, один из этапов операции сборки резервуаров – это вот подготовка заправочного, я не знаю, как это, заправочный узел, то есть куда он вставляется, заправочный штуцер и вот сам заправочный клапан. Вот мы сейчас будем это готовить. Значит, что делается? Вот сам заправочный узел, он у нас цельный, из алюминия. Вот тут подготовлена площадка для заправочного клапана, ровненькая, гладенькая. Значит, погнали. Сначала одеваем резинку 14/2. Она достаточно сильно растягивается. Вот у нас она сюда вставляется. После этого, помните, мы болтики обтачивали под заправочный клапан? Вот с лысочкой здесь. Одевается резинка на него. Резинки уже смазаны силиконом. И вкручивается в отверстие. Помните, я много раз говорил, что мы когда вкручиваем его, его нельзя перетягивать, то есть надо его до касания. Для чего это нужно? Когда мы вставляем сюда штуцер, воздух идет, давлением воздуха резиночку поднимает по этому конусу, и воздух может свободно проходить. А когда мы давление отсюда снимаем, резинка схлапывается и герметизирует порт. Если мы сильно закрутим, то она может выйти и обратно не зайти, и, соответственно, герметизации порта не будет. Или если мы не докрутим, соответственно, она будет болтаться и тоже герметизации не будет. Поэтому вот именно до касания. А следующее, нам нужно поставить сюда пружину. Вот эти такие же маленькие пружинки. Сюда ставим. Кладем сюда шарик. И берем крышку. Вы же помните, как я ненавижу упаковки? У вас по другой крышечке есть. А, вот, точно. Ну ладно. Берем крышку. И крышку. Да что ж такое-то? Вставляем крышку. Придерживаем шарик. Вставляем. И проверяем. Щелк, 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 щелк. Все нормально. И потом стопорное кольцо. Защелкиваем, чтобы крышка не выпала. Все. Узел готов к сборке на следующую операцию. Погнали. Thank you.
And that way many, many hundreds per month should be done. So it looks easy, but in fact, that's not easy. Let's go to the next stage. Отлично.